ИАПР – это один из старейших научных институтов Высшей школы экономики, а МЦИР – это одна из первых инженерных лабораторий, созданных еще в конце 2010 года, нам исполняется сейчас уже 10 лет. МЦИР возникал как проект кооперации с большой группой зарубежных коллег, в первую очередь американских, из Колумбийского университета, из ряда других университетов, но сейчас у нас есть партнеры, в том числе в Европе, особенно в Германии. С самого начала деятельности мы были ориентированы на активное вовлечение молодых коллег в нашу деятельность. На сегодняшний день у нас целый ряд наших сотрудников, которые пришли к нам в 2011-2012 году, заканчивают обучение на программах PhD в хороших американских университетах. И мы, безусловно, ориентируемся на продолжение подобной практики, открытой для привлечения новых молодых исследователей. Основной фокус исследований МЦИР – это политэкономия развития, но более подробно о конкретных направлениях нашей деятельности вообще сейчас расскажут мои коллеги. Разнообразие регионов России – это источник уникальной и неисчерпаемой информации для политэкономических исследований. По целому ряду параметров регионы России различаются между собой даже не в разы, а в десятки раз. Фактически на территории нашей страны мы можем наблюдать социально-экономические порядки, настолько разнообразные, как если бы речь шла о нескольких странах на территории одной. Подобного разнообразия нет ни в одном государстве мира. Не исключением здесь будет и тема безопасности ведения бизнеса. Если мы взглянем на карту России, где обозначены жалобы предпринимателей на рейдерство, то увидим высокий уровень регионального разнообразия. Чем его можно объяснить и как можно защитить свой бизнес? В поисках ответа на данные вопросы мы провели целый ряд исследований, опубликованных в ведущих научных журналах. Мы показали, что рейдеры атакуют вторую часть российской экономики, и прежде всего страдают такие сектора, как строительство и торговля. Мы показали, что в условиях рейдерства не боятся инвестиций те предприятия, которые в случае возникновения беды способны привлечь внимание федеральной власти к своей проблеме. Что политические связи позволяют решить проблему неформально, а что деловые ассоциации и СМИ, в случае чего, позволяют привлечь внимание общественности к данной проблеме. Но не последнюю роль здесь будут играть неформальные договоренности между федеральной элитой с одной стороны и региональными властями с другой стороны. Эти договоренности, в свою очередь, могут меняться во времени. Для ответа на подобные вопросы можно пользоваться разными источниками информации, от экспертных интервью до Big Data. Мы будем рады, если студенты-политологи присоединятся к нашей команде и помогут нам дальше ответить на эти вопросы. Понимание причин и факторов развития и трансформации обществ – ключевая задача общественных наук. Мы все знаем о таких факторах, как человеческий капитал, природные ресурсы, политические институты. Но в то же время часто упускаются из виду такие факторы, как культура и социальный капитал. Эти факторы относятся к числу наиболее неуловимых, но в то же время наиболее стабильных и важных в долгосрочном периоде. Мы с моими коллегами Екатериной Борисовой и Ириной Левиной проводили исследование о роли социального капитала в формировании предпочтений россиян к перераспределению. Многие хотят жить в обществе с надежной социальной защитой, с низким уровнем неравенства, но в то же время такое общество требует очень высокого уровня доверия и кооперации граждан. И действительно, в нашем исследовании, опубликованном в 2017 году в журнале Post-Soviet Affairs, мы показываем, что в тех регионах России, где существует самый высокий уровень социального капитала, доверия между людьми, в то же время наиболее высока поддержка снижения разрыва в доходах между богатыми и бедными. С другой стороны, некоторые люди могут поддерживать развитую систему перераспределения из личных интересов, надеясь получить от нее преимущество, даже не имея на это права. И поэтому в другом нашем исследовании, опубликованном в European Journal of Political Economy в 2018 году, мы с моими коллегами показываем, что уровень доверия в регионе в наибольшей степени коррелирует с поддержкой таких групп, как пенсионеры, ветераны, другие заслуженные группы, и отрицательно коррелирует с поддержкой перераспределения, например, в пользу бедных и безработных. Работая в Международном центре изучения институтов развития, вы сможете принять участие как в подобных, так и других исследованиях, в перспективе получить публикации в международных журналах и построить международную карьеру. Hi, my name is Israel Marquez, and I'm an assistant professor at the School of Politics and Governance and a fellow here at NITSEER, or ICSID, as we would call it in English.
I'd like to tell you about one of our sort of more politically focused research directions, which is on the role of political incentives of government officials at all levels for the ways in which they provide public goods, as well as the sort of economic outcomes that they produce. And specifically, we're interested in trying to understand the role of public opinion in these incentive structures. And so the reason that it matters is because if politicians don't think that the public cares about what they do, and the public doesn't know which officials are responsible, obviously the officials simply won't care about public opinion. Right? This is a classic theme in the West and other places, and matters quite a lot for Russia. And so two examples of work that we've done and are doing in this direction. The first looks at whether or not Russian citizens can hold regional officials responsible for the economic outcomes that occur in their cities, right? Whether GDP is up, whether employment is down, whether things are prosperous. And here we find really interesting results because when mayors of these cities are elected, voters correctly understand that the mayor is responsible for the outcomes, and the mayors are the ones that are punished electorally if things go bad. However, when the mayor is appointed by the regional government, voters correctly understand this, and they actually punish the regional United Russia Party or regional governors during elections. And so we see this nice link that we've also observed in other countries. Another project that we're working on related to this looks at the role of policymaking. So specifically looking in Moscow at the project to take down five-story buildings and replace them. And here we looked at the ways in which the media strategies of different actors, President Putin, Mir Sobyanin, the Mosduma, the State Duma, as well as the ways in which citizens are consulted, the ways in which they were asked about their opinion for these projects, shape who they hold responsible, and then whether or not they think that these politicians are following public opinion and defending the public interest. And we find some really interesting results, which may not be surprising, but nonetheless are interesting, that people blamed Mayor Sobyanin or gave him credit for it, but they viewed him as responsive in ways that other actors were not. And again, this has a lot to do with this media strategy. And so these are just two examples. We study these things using all kinds of data on the biographies of mayors, from open access sources, statistical services, the Electoral Commission, public opinion surveys, interviews, etc. And so this is really a multidisciplinary project. We use theories and techniques from psychology, sociology, sometimes even computer science or neurobiology. And so it's something that we hope will be of interest to you. And of course, it's clearly a classical political science topic. And therefore, you know, if this is something that's of interest, please send us an email, let us know. We're happy to answer questions, and we look forward very much to working with you on this topic. Ну, как я уже говорил, мы с самого начала были ориентированы на активное вовлечение молодых исследователей в деятельность МЦИР. Для этого есть разные возможности. Мы активно набирали и набираем стажеров, в первую очередь для сбора данных. Причем эти данные можно использовать не только в наших проектах, но и при подготовке курсовых дипломных работ. Но у нас есть еще одна, на мой взгляд, более интересная опция, ориентированная в первую очередь на сильных студентов. Это гранты для молодых исследователей, которые предполагают участие в написании статей в качестве соавтора вместе с взрослыми коллегами из МЦИР. У нас уже несколько десятков сильных студентов прошли через такого рода гранты. Часть из них работает сегодня научными сотрудниками в МЦИР и в ЭАПР. Часть учится на зарубежных программах PhD, но со всеми ними мы, так сказать, продолжаем кооперацию и взаимодействие. Ну и, конечно, у нас есть семинары и наша конференция, которая проводится с большой регулярностью и которые открыты для всех студентов, но, естественно, и студентов-политологов.